Въезд со стороны Волчанска уже третье направление, которое активисты решили обозначить огромным флагом. До этого они разукрашивали город и устраивали акции вдоль дорог и мостов, но это самое масштабное. Чтобы они видели, что это Украина, потому что когда водители едут, они видят этот громадный флаг, и они понимают, куда они въехали. И вот решили таким образом, почему именно на блокпостах, потому что в каких-то городах, к сожалению, сейчас люди, Луганск, Донецк, защищают свой город автоматами, а мы защищаем вот флагами, большими флагами. Развесить флаг – дело непростое. С помощью автовышки надо сначала закрепить проволоку с полотнищем на одном столбе, потом на втором. В это время автомобилям приходится приостанавливать свое движение. Однако негативно реагируют единицы. Большинство приветственно сигналят и берут на память желто-голубые ленточки. Причем не только украинцы, но и россияне. И вот, наконец, национальный флаг поднимают, как и положено, под национальный гимн. Обозначив волчанское направление, активисты едут дальше, в сторону Холодной горы. Марина Николаева, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».